Проблемы с желудком и кожные заболевания могут получить северодвинцы после купания в запрещенных местах. Этим летом список таких мест небольшой. Большинство дачных рек и озер открыты для купания. Список чистых водоемов сегодня пополнило Белое озеро. Санитарные врачи проверили северодвинские водоемы. По результатам июньских исследований допускается купание в реках Солза, Ширшима, Кудьма выше по течению от города. Озера Кудимское, Короцкое, Рассошное, Белое и Белое море на острове Ягры. По-прежнему в черный список занесены озера Кислое, Театральное, Рифулерные озера на проспекте Ленина и улице Железнодорожной. Река Северная Двина, залив Параниха, река Кудьма в черте города. Вода в них не соответствует санитарным требованиям. Территориальное отдел обращает внимание на то, что купание в загрязненных водоемах может послужить причиной развития воспалительных процессов кожи, глаз, уха, рта, носа. А при заглатывании с водой болезнетворных микроорганизмов существует вероятность развития инфекционных заболеваний, желудочно-кишечного тракта и других инфекций. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют при купании в любом водоеме учитывать температурные и погодные условия, не злоупотреблять алкоголем, не закладывать воду, а после водных процедур принять душ.